Я оцениваю победу нашей сборной достаточно как объективно победу нашей сборной, потому что я уверена, что те студенты, которые приезжали из других стран на эту универсиаду, суперпрофессиональные, так сказать, люди, которые многие в дальнейшем потом профессиональные уходят совсем в спорт и уходят на контракты, точно так же, как и у нас, это не такие не замаскированные под бедных студентов профессионалы такие, которые тренируются. Я думаю, что здесь такой играет момент. Всегда принимающая хозяйка какого-либо крупного мероприятия, страна спортивного, она вообще в очень приоритетном отношении, потому что энергетически, болельщицки и, так сказать, это вообще очень важные какие-то, мне кажется, психологические моменты. Она, как правило, так сказать, забирает больше наград, чем она забирает в гостях. Это взять чемпионат мира по футболу, взять Олимпиаду там, китайскую или в Лондоне, где англичане просто взяли безумное количество, по сравнению с другими Олимпиадами наград. Поэтому я не вижу в этом никаких каких-то мухлеваний или каких-то... Просто наши выступали очень хорошо у нас. Вот. А мы пойдем на универсиаду в другую страну, и там будут выступать, так сказать, аборигены этой страны, а мы меньше, возможно, будем иметь медалей. То есть я считаю, что просто они очень хорошо выступали. И несколько соревнований вот я имела возможность дома увидеть. Замечательно, совершенно чистое золото, как бы получали серебро. Молодцы.